Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Мороз Алексей, компания «Агрофмонтаж». Произошли какие изменения нашей кровли. На этих мансардных скатах были заменены полностью все стропилы, они были в печальном состоянии. Основные несущие балки в хорошем состоянии. Утепление здесь будет 200 мм. Если на мансардной кровле мы утепляем саму толщину кровельного пирога, то есть у нас участки комбинированные. В этой части кровли мы будем утеплять перекрытие тоже толщиной 200 мм. Весь чердак был захламлен всяким, я не знаю, хламом, электрикой, кондиционерами, которые не работают, и прочим хламом. То есть демонтировали гипсокартон, фанеру и сделали новую пароизоляцию изнутри. Купол увеличили мы в объеме по ширине и приподняли по высоте, так как владелец здесь планирует сделать для ребенка космическую обсерваторию. Это помещение будет основательно утеплено. Здесь будет установлено мансардное окно и телескоп. И ребенок будет наблюдать за звездами. После утепления здесь будет натягиваться гидроизоляционная мембрана и использоваться будет однослойная система вентиляции. Сейчас мы проводим ревизию стропильной системы, где нужно мы наращиваем, вот как в данном случае, бруском. Если стропильная часть еще в сносном состоянии, нам все равно надо выровнять ее плоскость, как минимум, по шнурке, по уровню, и поймать все диагонали. Брусок 50 на 50 мы антисептируем. Это пойдет у нас на подкровельную вентиляцию. Мы монтируем специально уплотнительный материал. Будем крепить брусок гвоздями к стропильной балке. И этот уплотнительный материал, такой вспененный, как раз будет обжимать вот эти отверстия гвоздей и минимизировать протечки конденсата вовнутрь утеплителя. Та крыша уже у нас под обрешеткой, сделано утепление. Мы приступили к гаражному комплексу. Демонтировали мы старую кровлю, утепляем мы по перекрытию с проклейкой всех стыков, пароизоляции, гидроизоляции. Используем в своей работе диффузионную мембрану Delta Vent N, а снизу Delta Reflex. Утепляли мы здесь перекрытие, балка 150, и мы еще набивали брусок, чтобы переложить еще 50 мм утеплителя, и в сумме у нас получается 200. И закатаем это все гидроизоляцией. Все стыки обязательно проклеим фольгированным скотчем. При оценке стропильной системы гаражного комплекса, в принципе, она в удовлетворительном состоянии. Массивные балки 150 на 150. Но в некоторых частях, особенно на свесах крыши, прогнившие элементы, мы меняли кобылки, наращивали и так далее. Именно здесь стропильная система на гараже в хорошем состоянии. Не то, что на самом доме. Так как диффузионная мембрана предназначена для того, чтобы выпускать через себя теплый воздух, а обратно не пропускать воду, там очень тонкие капилляры в этой гидроизоляции. И поэтому перед монтажом самого кровельного материала рекомендуется
почистить всю пыль, все стружки с самой диффузионной мембраны. Это можно сделать метлой, но очень долго и неудобно. В нашем случае обрешетка уже намонтирована. Поэтому мы используем вот такие ветродуи. Очень удобно. Таким образом мы получаем чистую гидроизоляцию. Нам надо этот объем, площадь почти 1000 квадратов, уработать до первых холодов. Потому что мягкую плитку стелит до плюс 5 градусов. Компании «Кровмонтаж» такие задачи по плечу. Прибывает кровельный материал. Фанера Калевала ОСП-3. Для монтажа мягкой плитки производитель рекомендует такого класса фанеру. Подкладочный ковер тоже мы будем использовать по всей площади кровли. А на индовой мы будем использовать специальный самоклеящийся ковер, суперпрочный. Его тяжело разорвать. Мы расширили помещение этого купола. В этом месте будет мансардное окно, через которое ребенок нашего заказчика будет наблюдать за перемещением планет. А эти флюгарки кованые, они и были старые, но в общем поржавевшие. И в хорошем состоянии клиент пожелал их оставить. Их просто надо немножко обновить, покрасить хорошей краской. И они выглядят так же с блеском. Если скажешь, рай святая, брось ты ручь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Пришел пиломатериал, используем только на наших кровлях первого сорта. Поставляет нам самый известный поставщик Ашот. С вами была компания «Кровмонтаж» и я, Мороз Алексей. До новых встреч. Пока.